Переезжаю Юрандекс-Запада. Догнал трактор на подъеме.
эту натуру. Там ведь был поворот налево, да? Ай, направо. На эту натур выехать мне надо. Здесь можно и так выехать, да, но мне надо на эту натур, да. Тебя съебает, что ли? Нет, у меня машина стоит в этом, в Большебасаево. Басаево, да? Да, но мне надо на эту натур выехать. Я там уже проезжал, мне надо другим путем. Ну, правее, да. Вот это сейчас, эта дорога там. Ну да, у меня карта есть, я сейчас посмотрел, не туда свернул. Там речки перейдешь, туда пойдешь, там раньше Бустоева деревня была. Ага. Там сейчас три дома, говорят, там турпоход, что ли, что-то создают. Ну да, вот это вот. Вот это самое внизу. Ну вот. Да, значит, правее надо было. Да. Вот я и возвращаюсь. Ты же там все-то оттуда поехали, что речки я проехал. А да, внизу. Я приехал с той стороны, вот там же переезд еще есть, да? По нему никто не ездит уже? Нет. Вот я оттуда проехал. Вы Басаево оттуда проехал, наверное? Ну, я... Из Обетова. Я приехал в Большебасаево, на велосипед сел и поехал через вот тот переезд. В Тубинский выехал. Потом вот так вот возвращаться стал. Сейчас тебя вот дорогу спускать. Ага. И там грязь спустишься, там посадка, делянка была. И по этой дороге езжай туда. Там, просто я не был там. У нас и деревня была, потом там турбаза открыли, что мы хотят, ну, да, на озеро. Там я уже побывал один раз, дальше я узнаю. Да, там узнаешь, там поставил вон там. Ну это тоже, да. Поставил. Я в прошлый раз там много чего объездил, 120 километров накатал так. А как ты ее поднимаешь, родной? А? Как поднимаешься ты? Ну как, ставлю низкую передачу и еду. Нет, я раньше пацаном, у меня покоцы здесь. Такие высоты, блядь. А я сейчас смотрю, блядь. Вот здесь спускайся. А, ну это у меня уже третий велосипед, так что я это как профессионалом могу себя считать. Откуда, а? До свидания. Thank you.
левый кроссовок промок.